наше пляжное полотенце, которое мы возим с собой уже третий раз в Черногорию. Вот мы их как купили у себя в Измаиле, так они с нами и путешествуют. Хотели в этом году купить коврики специальные такие для пляжа, но что-то передумали, потом их обратно везти или не везти. А так мало места занимает полотенце. Сегодня немножко с утра уже солнце не в дымке. Но все равно нужно вам брать сюда. Естественно, хоть мы после Египта уже загорелые были, но мы берем специальное средство, которое для загара и сохраняет кожу от солнечных лучей. Все равно мажемся. Время уже 8:30, достаточно людей. Лежаки, топчаны. Это от отелей. Скоро построится это кафе. Я думаю, что мы тоже успеем сюда сходить. А вот смотрите, вот наш отель. Сейчас вам покажу. Видите, справа. Справа и слева стоят два отеля. Справа девятиэтажка, а слева 1, 2, 3, 4, 5, 6, по-моему, да, этажей. Так вот, наш в серединке, вот видите, как бы два окна и 6 этажей, и вот наш сверху 4-й, то есть 3-й этаж, но сверху 4-й, потому что 1-го мы отсюда не видим этажа. Так, сейчас приближу. Ну, буквально тут идти совсем чуть-чуть. Мне нравятся горы. Красота здесь. Что может быть лучше гор и моря? Одну рыбку видела. Плаваем до буйков. До обеда где-то раз в 5-6 заходов. И вечером тоже после обеда 5-6 заходов. Устаем. Но дома будем отдыхать. Сейчас я вам покажу, друзья, набережную. Прогуляемся. То лежать надоело, уже загорели. Вот здесь бар. 100% натуральные соки. Апельсиновый 3 евро, да, оранж, да, 0,33. И потом, что у нас, грейпфрут 3 евро, 0,20. И ананас, вернее, ананас 3 евро и грейпфрут 2,60 евро. Кафешек здесь полно, можете здесь тоже попить кофе, и мороженого покушать, и еду покушать какую-то. Отель Сплендид. С этого места мы, когда первый раз отдыхали в Черногории, мы вот ходили по этой дороге, вот здесь туалет мимо, и мы шли вот на пляж Дольче Вита. У нас был отель Дольче Вита, первый отель. Ну, здесь пляж, здесь есть и лежаки платные, и бесплатный вот кусочек пляжа. Это променад, вы гуляете здесь по всей набережной.
И вот там купила сейчас фруктов, покажу. Итак, что я купила? Вот все вот эти пакетики на 8 евро. Инжир, он по 7 евро за килограмм. Этот по 4 евро. Два помидора взяла. Черешня по 3. И абрикосы. В общем, вот это все на 8 евро. Сейчас положу в холодильник, вот, будем кушать потом. Видите, вот этот такой люблю инжир, он такой сладкий, вкусный. Этот тоже зелененький по-своему хороший, но вот этот, он так и стоит этих денег. Ну все, друзья, пошла на пляж. Сейчас делаю вот такие мюсли. Какие они вкусные, я даже их сырыми могу поесть. Вот такая фирма мюсли. Это у меня здесь что? Шоколад и клубника. Обалденно, там разные виды есть. С орехами, по-моему, там какие-то ягоды еще есть. Ну, там вида 4. Тут 600 грамм. И уже мяса не хочется. Вот мы тут и варенье добавили, и бананы, вот эти мюсли. И сейчас йогурт. Вот этот йогурт тоже вкусный. Правда, тут 3 и... большой процент жирности, но вкусно, что делать, а 3,2% жирности. Еще орешков набросала, как же без них, это же вкусно. Сейчас буду перемешивать и будем обедать. Вот посмотрите, на балконе сидим, кушаем мюсли, обед у нас такой. Вот скутеры, так приятно смотреть. Прям наслаждение получаешь. Видите, сколько внизу? Много машин. Это, видимо, местные приезжают. Здесь такая стоянка. И на пляже тоже много их. Видимо, в пятницу тоже было. Вот здесь достаточно машин. Сегодня суббота. И вот здесь у них там площадка, они там скрываются. И посадка будет. Как красиво летят. Вот тебе и парашютисты, и парапланисты, и скутеры. И людей много сегодня. Как всегда, суббота, воскресенье. И местные, и просто приезжие, и отдыхающие. Прекрасный вечер. Сейчас мы будем все это уничтожать. Эти фрукты. Кефирчик. Сейчас вам покажу, какой мы кефир еще купили. Нам что-то йогурт понравился, но захотели кефир. Кефир, правда, стоит дороже. Здесь 2,8% жирности. Он... евро 65, а йогурт 85 центов. Но он такой густой. Вот сейчас я вот уже налила, супругу сейчас вам покажу. Так, держу. Вот, смотрите, какой кефир густой. Представляете, какая это будет вкуснятина. Ну, у нас сегодня разгрузочный день. После мяса хочется просто поесть фруктов. Поели в обед мюсли. И присоединяйтесь к нам тоже.
Сейчас вам покажу опять вид с нашего балкона. Вот так вечером выглядит. Время сейчас я вам скажу. 19:35. Как в ресторане сидим и кушаем фрукты, и пьем кефир. И все прекрасно. И вам желаю путешествовать, хорошего настроения, и чтобы было всегда здоровье и позитивное мышление. Сейчас попробую, какой же кефир на вкус. Это обалденно. Другого слова у меня нет. Он вкуснее, чем йогурт. Тонкий, приятный такой. Молочный, с кислинкой. Конечно, здесь молочная продукция. Вне всяких сомнений, самая лучшая и натуральная. Вот такой кефир. Ну, на этом все, пока.